Да случается то, что я всегда ждал, но вы не... Вы, может быть, не совсем. Нет, вы, наверное, тоже ждали. Чудесная история про монстрика должна быть завершающей. И сегодня в этой серии мы пройдем все 13, или сколько их, бонусных... Не бонусных, нет. Бонусные будем проходить потом, поэтому об этом потом. И, наконец... О, я прям даже не могу начать. Давайте посмотрим, кто, кем он станет. О, черный герой. Логично, да. Так. Невозможно дождаться, просто даже боюсь начать. Потому что наш монстр классический, лучше всех. Ладно. Запускаем. Наш старый знакомый. О, история, точно. На Марсе. Человек принес лед. И разлил случайно его. А в этом льду почему-то был наш монстр. О! Я прям удивился только, что когда увидел его. О, он ест, мы едим. Ох ты. Кварки называется. Допустим, мерцающие лампочки. Неужели будем расти с нуля до максимального размера снова, да? Знаете, я скажу сейчас, все уровни вот эти будут в одной серии, в этой. И она может получиться очень большой. Может быть. Не знаю, насчет последнего уровня. Но я хочу. Он еще меняет цвет, я забыл об этом. Вот почему было все интересно, потому что он цвет менял. Наверное. Ну что, товарищи? Белок, сирок. Сирок. О, кстати, нужно свет. Да, не надо, конечно, так. Как я отвлекаюсь-то. Вот опять, ну, конечно, плохо, что пуст, слушайте, против этого, помимо этого, ничего нет. Вообще, словно на коврике каком-то. Что это за фон такой странный? Хотя, вот если планете было и так, что... Было так-то и было, в общем-то. Возьмите, не по кусочкам, в смысле, можно их есть. Не сразу вот такие. Это забавно. Ну, уже как я там расту, слушайте. Главное, тут у нас уже... Что? Смогу сказать. Глазки. Ну так, глазки. Старые знакомые. Да хватит повторять про своих старых знакомых, да? О, это же монстр-убийца, наш старый знакомый. Съел меня вчера, помните? Я с ним познакомился, в смысле, 5 лет назад. Что это теперь у нас? Нейтроны, да. По-моему, до таких мы еще не доходили. По-моему, такого еще не было. Ни в одном тесте планете, где он ел прям сразу вот самые мельчайшие частицы. Нейтроны, протоны, электроны есть. Не здесь, видимо. Так. Yummy. Красные, синие шарики, да. Как они хаотично двигаются. Так. Видимо, финальный уровень будет слишком долгим. Возможно, я погорячился слишком. Хотя, может быть, не знаю, может быть, не горячий. Хотя, кто знает, могу сказать. Кто знает, могу сказать. Могу бы сказать несколько раз. Потому что это действительно, кто знает. То есть никто не знает. Так, что это? Скопление уже. Это уже можно сказать. Сейчас я съем это и тебе скажу, что это можно сказать. Это можно сказать... А? Кислородные нуклеосы. Нуклеосы? Как-то это должно называться. Ну ладно, допустим. Енреджин тоже. Кислород. В общем, это, как я понимаю... В лужице льда находится, да? Вот мы уже едим и скопление. А вот они уже сцеплены, да, конечно же. Можно сказать, это молекулы. Можно так сказать. Офигеть, они притягиваются, что ли? Они сцепляются! Ёшкин кот, слушайте, забавно. И в молекулы воды, конечно же. А, вот это же молекулы, как бы, да? Ну да. А те атомы были, понял. Забыл. Так, не понял, а ушки нельзя есть. То есть, когда они сцеплены... Ушки! Ушки, да сам ты ушки! Ну, в теории, можно называть их ушками, они похожи. Пока они сцепились, нужно их успевать есть, эти ушки. А так мы уже не можем есть эти ушки, они уже с... часть... Так. Нет, ушки нельзя есть. Ну, неужели... Не помню... Нет, помню, конечно. Как было в предыдущей части. Так. Что они там еще напридумывают, слушайте. Мне интересно, если они вот настолько вот в мелкие размеры ушли, как мы вырастим? Наверняка снова мы вырастим, съедим всю... Все. Даже, наверное... Ё-моё, даже больше, чем все.
Больше, чем все. Ну, больше, чем все. Несмотря что вы называете всем. Ладно. Так, что мы теперь будем есть помимо? О, вот они, да. Молекулы воды, как я и говорил. И отдельно еще опять они летают. Что такое? А где большие объекты? А что, может быть большим, да? Кроме молекул ничего не бывает здесь. На фоне тогда что у нас тут? Коврик, мы на коврике сидим. Ну, как я и говорил. О, я же опять же думал, как же мы тут будем... В смысле, что же мы еще будем делать, кроме поедания от малого до великого размера? Я, кстати, могу ускоряться, я никогда не... Потому что когда я играю за монстр, я забыл, что я могу ускоряться, но... По сути, нам не нужно, нам играем ради удовольствия, а не ради звезд пока что. Звезды я буду получать сам. Я не знаю, кстати, что будет, если включить легкий... Вау, они выглядят по-другому! Ну, издалека. Интересно. А что это у нас тут за молекулы? Летают. То есть это молекулы воды, там должны быть молекулы... Чего? Как вы думаете? Предполагать можно. Yummy. А, железного оксида. Ну, может быть. О чем я это говорил? Я говорил о чем-то смешном. Хотел рассказать вам, но забыл. Разные звуки у них еще. Молекулах говорил? Нет, помните, это... Yummy. О, вот это уже выглядит структурировано. С примесью железа, как видите. Да, я серьезно не помню, что предыдущий частях этой планеты он ел молекулы прям. Он уже был достаточно относительно большой. А вот уже мы наконец-то не можем есть молекулы, мы уже размера. А вот уже. Вот, по-моему, вот когда он начинал, он, наверное, с такого размера начинал вот сейчас. Во втором или первом планете все, что ли? Даже звезду не получил, потому что наслаждался. Тебе нельзя получать удовольствие. Делай быстро все. Сказали разработчики игры. О, отравленные... Что? Отравленная вода. Отлично, мы будем есть что? Будем есть... А, мы должны... А, мы должны очистить воду от отравлений. То есть молекулы воды не есть, а вот эти есть нужно... Ну, допустим, мы уже цели выполняем. Спасаем людей, потом съедим. Ну, ну да. Так. Не торопимся. Вот так ударение, да, поставил балбес. Поздно, проиграли мы. Все. А теперь точно все. Ну ладно, давайте заново. Не должно быть сложно. Митя, мы уже почти выросли уже. Смешно. Почти, почти. Ну, потому что уже... Да, чем больше растем, тем сложнее живется. Ой! Не спеши, не дергай свою мышью. Можно мышку съесть? Да, конечно! Здесь можно все съесть. Надеюсь. Куча мышку съесть. Так, опасно, слушайте. Даже если я не буду торопиться, да? Все. А, ну это не сложный, в смысле, он быстрый. Но это не значит, что он не сложный. Стрелочки. Нет, не за пределы экрана. А, тут уже не пределы экрана. Я думал, что снизу пределы экрана, и все больше нельзя. Но, как сказали. Черт, вторые съел! Ладно, плевать. Давай, где появляйся? Мы уже все... И надо все съесть. То есть это все, что... Нет, не все. Они должны появляться заново, да? Или они все-таки в ограниченном количестве? Нет, все-таки их много. Опа! Скажите, что это две. Это три! Вот теперь молодец, сказали мне. Так, где мы? Опять в воде еще, все еще. Вирус едим. Да, по-моему, он как раз вот... В тесте. О, вот у нас боты какие-то, ну, скорее всего... Че, не на апельсине, что ли? Нет, конечно. Какой апельсин? Апельсин такой маленький, что ли? Ваша шутка не моя. Вот, у нас всегда начинался такого размера обычно. В других тестепланетах, по-моему. 53 нанометра. Это все равно много. Возможно. Так. Можно вас скушать. Так. А, давайте вот так вот разговаривать. Что это такое? Бактерия Бхат. Не похоже на...
Видимо, это какой-то механизм избавления от бактерий. На Марсе где-то уже тут-то надо бы. Ты прям в воде, что ли? Ну, конечно, безумные. Чуть-чуть. Да, вот я не спешил, вот и вот опешился. Так, что за беда? Где я, кто? Они что, все прилетают, они не только прицеплены, они еще новые прилетают. Так, мы вырастим сейчас или не будем? Нет, вырастим не будем. Потому что, хотя нет, это же... О, нам больше расти нужно. А, вот, вырастили все-таки. Ой, какой, что это такое летает? У меня догадки малые. О! Или он вот такого размера был, слушайте, видите, он все меньше и меньше. Слушайте, такого у нас еще не было. Нет, все-таки бактерии вот эти летают. Эти механизмы пытаются избавиться от них. Ну что, мы тоже съедим их, избавимся от них. Так. Разноразмерные. Хоть не пинаются. Вот это, скорее всего, колючая штука пинается мне. Догадка подозрительная есть. Мы проверять не станем, конечно же. Почему, как вы думали, а? Так. Поспеши. Ой, колючий. У меня не штука, если колючая, значит, нужно выглядеть колючей. Ну, логично. Ну, это не обязательно. Ладно. Если у кого такого размера был. Это какая разница уже, да? Нет, такого он ничего не был. В смысле, был, кажется. Короче, включите прохождение. Вы не смотрели мое прохождение? Да вы чё? А, смотрели? Не все, понял. Гады. Те, кто не смотрели. Ну, конечно, ругаться мы на них не будем. Они все равно в любой момент могут взять и посмотреть мое прохождение. TC Planet 2, TC Planet 1. О, можем есть что-то. И узнаете, что это такое. Ладно, давайте не будем касаться колючей проволоки. Осенний вот этот шарик. Вот же. Кокус. Ну да, что знакомое, по-моему. По второму планету. Ну, в общем, бактерии тоже. Ням-ням. Да. Всякие. Не все можно есть пока что, да? Да. Теперь, возможно, все уже. Ладно. Ё-моё, слушайте. Так много... Так как вы думаете? Я не знать. Не ожидал, что так много будет. Ну, конечно же. Наш монстрик. Он теперь в воде, он ни разу в воде не был. Поначалу и был. А, не помню. Никто не помнит это. Вот и повод посмотреть. Прохождение мое личное, смотрите все. Отличное прохождение, потрясающее. Лучше всех. Ну, это лучше, чем... Нет, это не лучше. То лучше, мне кажется. Хотя, это каждый решает сам. Все лучшие, вот. Ура! Так-то лучше. Так, солнце тут еще... Они сцеплены? Нет, не сцеплены. Ну что, что? Что-то? Где мы? Знакомое существо по картинкам. Так, ну-ка. Сколько можно? Еще нет, ничего можно. И мы даже еще половина, слушайте. Как он будет расти дальше, слушайте, если он... Мы пока еще не выросли совсем, слушайте. Неужели будет очень много всего? Ну да, с монстриком... Монстрику самое лучшее, вы знаете. Котику нет. Монстрику нет. В смысле, монстрику, да, да. А! Как раз мы могли. А, это пыль. Или нет? Какая-то особая. Ладно. Вы что? Есть. Ох, ё, вот. О! Узнаете? Знакомые ваши. Ладно. О, вот это тоже я видел на картинке. Кажется. В учебнике биологии, где же еще, как вы думали, а? Конечно же, только там. Не вживую же. На фотографии. Которая висела в доме в рамке. Зачем, да? Да так. Так. Можно съесть? Можно. Вот так зовется странно, конечно же. Ну ладно. Ну такое странное существо, конечно, может сваться только так. Кого съесть? Так. Никого. Mm-hmm.
Ай, слушайте, старые звуки, я забыл. Помните ностальгический крик? Какой серый появился? О, нет, меня пытается съесть. Вот это, по-моему, такого еще... Не было еще такого. Что это такое? Это механизм какой-то, либо это живое существо? Колется шипованная шишка. Ох. Звуки. Опа! Слушай, я забыл прийти. Опа! Я уже настолько... Наслушался у них опа, что классические звуки. Ммм! И опа! Хорошие звуки. Ой, кто это? Сколько можно? Расти больше. Съедай меньше, в смысле. Ну, иногда. Вот чудо, слушайте, поедает все. Я тоже хочу. Так, 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 так. Хотите закруглить? Так, да сколько можно? Надо больше расти, еще. В смысле, я ведь хочу уже быстрее есть эти штуки. Ой, ё-моё. Что мы там? Вот опять гадость какая-то. Ну ничего, съедим. И это. И то, и это. Не переборщил я, что все в одной серии. Может быть, последнюю серию в одной серии. Нет, нет, нет. Все сразу, все всегда. Я почему-то решил, что они короткие будут. Ну да. Просто предыдущие были короткие, как бы. Да пускай, пускай, все в одной серии. Два часа. Хотите, да? Жалко, три. Сколько вы или тысячу отняли, кажется? Или больше. Или меньше, надеюсь, хотя бы. Хотите, давайте проверим заново. Колемся сейчас и узнаем, сколько нас отнимут. Нужен, 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 нужен. О, да. Ой-ё, что за существа? Ну сколько можно? Нет, похоже на палочка Кох, наверное. Или что это, да? Нет, это какая-то фигня. Так. Вот, мы едим уже этих. Слушайте, серьезно, такие существа такие вот прям. Ну ладно. Сколько можно? Можно? Это еще не все, видите, мы еще по процентам не вырастим. Сколько у нас размер? Микрометр уже. Да. Ну да. Мы еще даже по столу не покатались. Ну, вряд ли нам дадут-то. Покатались по столу. Люблю каждую пятницу по воскресеньям. Да. Наконец-то опять отросли. Ё-моё, где мы? В смысле, как мы так? Опять какое-то чудо. Чудина. Когда же мы уже появимся в пределе досягаемости? Они разноразмерные. Поняли досягаемости наших известных нам объектов, которые мы видим лично глазами невооруженными, то есть без меча. Где мы вообще? Слушайте, в какой-то колбочке же? Нет, как у колбочки. Слушайте, почему? Мне же казалось, я смог уже есть эти, если они разноразмерные, точно. Кох, помоги мне, то есть нет. Кого у вас куснуть-то можно? Пока ваших. Пока только ваше окружение, да. Ну-ка. Да ё-моё! Не надо так, моё все. О! Они злые, они рычат еще. Что они такие? Обидели, что ли? Я вас хочу, можно съесть? Можно так-то. Чем больше едим, тем больше можем больше. Тем больше можем больше. Тем больше можем больше, поняли, да. Так. Вот так-то. О, мы почти выросли, ура! Я надеюсь. А почему бы нет? В одной серии все, слушайте, гигантская серия получится. Все. Решено. Потом я передумаю. Ну, может быть, нет. Что за границы? Что за границы, а? Опа! Опа!
наконец-то мы... Лабиринт. Лабиринт из костей. Yummy. О, вот неожиданно он вырос до такого размера, что мы видим все. Слушайте, знакомые, помните это? Лабиринт из костей. Не помните? Ну, я тоже. Yummy. Нет, я помню. А потом мы съедим эти границы лабиринта, да, как всегда. Ну, пойдемте назад, назад, еще назад. А теперь, может быть, есть боблики, боблики. Бобл! Смешно, вот эти транзисторы, что ли? Возможно. Что мы сможем съесть? Ням-ням. Почти, ну, капицитор, капицитор. Капацитор? Не слышал таком. А, мы не пройти. Мы не пройти здесь. Вы здесь тоже не пройти. Что, все, границы, границы расширены. Yummy. О, я понял, лабиринт в лабиринте. Слушайте, это прикольная идея, лабиринт в лабиринте, помните? В смысле, нет, куда вы помогли? В смысле, что вы должны помнить? Видите, теперь лабиринт из конфеток. То есть в большом лабиринте маленький лабиринт. Лабиринт, сделанный из лабиринта маленького и лабиринта. Нет, это уже не то, что я искал. Я должен взять и съесть весь граничный лабиринт. И вот мы снова в лабиринте, прикольно. Задумка века, ну, для нас. Yummy. Так. Уже мы сейчас сможем уже быстро так съесть? Нет, нет. Нет, так нет. Лабиринт из костей. Ну что, назвать серию лабиринт из костей? Какая серия лабиринт из костей? Серия называется Монстрик серий. Или желтый. Цветной изменяющий цвет, но он серый постоянно. Есть гайки, потом он серый, но не только. Ну а все, границы расширены. Едим, что хотим, когда хотим, зачем хотим, почему хотим. Монстрика всегда приятнее быть, чем человеком. Чем другими существами, которые представлены здесь. Так. Особо сильно не нужно раскусываться. Мы тут сейчас конфетки съедим. Вот там, кажется, выход почти что. И это тоже не конец лабиринта, что лабиринт с конфеток будет, кажется, да? Не только, слушайте. Офигеть, вы представьте себе, кто это раскладывал лабиринт из лабиринтов. Нечего было заняться на Марсе. Вот они. Лабиринт в лабиринте, 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 в лабиринте делают. Офигеть, безумные, а? Марсиане, ё-моё. Ну, в смысле, колонизаторы. Если бы я, допустим, делал лабиринт в лабиринте, 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 то я бы, конечно, ух ты, вот этот сюрприз. Я, конечно, уже так не стал делать. Что мы едим сейчас? Так, опять лабиринт. Все, лабиринт кончился! Я думал, это лабиринт, лабиринте, 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 лабиринте. Все, что ли? Я думал, это уровень в уровне, в уровне, в уровне, в уровне. Ладно, хватит. Мы не победили. Пятый. Неужели мы едим людей? Кто это? Тромбы собаки. Большие уже какие-то. О, люди, красные футболки с транзистором, это как сказали. Одинаковые. Ха-ха, я понял, прикол. Так. Стреляют. Ну чё? Ну, по-моему, впервые, где люди стреляют. Даже во втором тесте планете люди в нас не стреляли. Только какие-то танки или нет. Ну, бывает. А-а-а! Не стреляйте, не стреляйте! Вот это гадко, слушай. Заново. Yummy. Чё, только исключены собак. Откуда у вас столько роботов собак? Откуда у вас только. А-а-а! Роботы, все, можно есть их. Они все равно будут меня стрелять, да. Они не боятся меня, ну нет. Мне тоже принципов бояться нет. Так, вот в контейнере то, что нам нужно. Давайте их съедим как раз таки. Да. Это
понятие. Опа! Чи-чи-чи-чи, не шуми, не шуши. О, мы быстрее. И нас 6. Фастронавты. Ну, так назвали. Камешки есть! О, да! О, действительно бегают. Как давно я хотел есть камни. Только они слишком... Чё они такие безумные? Безумие, а? Убегает просто так вот. Смешно. Да, да. Напридумывали всякого бреда. Вот он и суют. Пускай. Как-то он быстро вырос размером. С воды даже еще не вылез. А, ну мы сейчас это увидим, наверное, как вылезет. Слушай, нам дали побегать по столу. Это ведь стол был, да? Нет, это не стол был. На земле валялся или нет? Ну, когда эти безумцы стали делать лабиринт в лабиринте и так далее, в лабиринте, и так далее, в лабиринте, и так далее, в лабиринте, то тогда, конечно же, гады они, гады. Так, что опять бегают? Да что ж такое-то? А, ну все, опа, уровень короткий получился, но не трёхзвёздочный. Почти накопил, почти. Что? Поедают людей. А! Роботы, собаки поедают людей. Ну, вот говорю, на безумно. Вот в этом планете, в этом тесте планете все безумное. Тут и зомби. Помните зомби? Скотчка было, да? То зомби какие-то, то. Тут у нас роботы, собаки, то слоны разбеселились. Веселые. А тут роботы, собаки обеселились. Так, где у вас там гни? Сами люди. Ой, люди. А, я думал, я людей съел, это собака. Так, где они? Можно, можно. Какие вы цветные все тут. Где они вообще? В здании каком-то пустом, где ничего нет. А-а-а! Ну ладно, плевать. Где они? Они просто. Слушай, я думал, их уже съели. Это ведь. Ну все, теперь можно есть все, все не. Есть все. А эти что не стреляют? Они уже такие уже. Где они в здании, где якобы ничего нет? Где ничего, никого, ни ковриков хотя бы. Мы постели коврик хотя бы. Если у вас комната пустая, ну что вы такие? Посмотрите коврик хотя бы. Это я вам советую. Так. Быстрый уровень опять слишком. Видимо, я погорячился, что мы горячие очень. В смысле, что мы сейчас долго будем проходить, но... Ладно. Ха, какая глупость! Я только сейчас еще раз засмеялся над этим. Так, сколько? Нисколько, спасибо, не надо. Марс, атак. Атака. О, где мы? Мы среди яиц. Теперь. Вот так-то лучше, вот так уже слушайте, мы соразмерны с размерами. Камешки идем. Камень! Ну, это не камешки, это кусочки пыли. Так, не пыли, а чего-то там. Ну, не чего-то там, а что-то. Не что-то, а что-то. Не что-то, а что? Ничто, ё-моё. Ладно, не будем больше печалиться об этом. Так, это не яйца, это капельки воды. Это как раз-таки капельки воды, надеюсь. Да ведь? В котором мы сидели. Нет, мы сидели в более большой капли воды. Это граница, которая нас ограждала. Это были всего лишь гайки, возможно. Да, это капельки воды, а не яйца ваши. Так. Ну что? Да ёшкин дуб, я застрял! Я застрял, я застрял! Что же делать? Надо посмотреть прохождение фасадинга. На канале Фасадинг СТ. Канал Фасадинг СТ. Приключения Фасадинг СТ. На канале Приключения Фасадинг СТ вы сможете найти не только прохождение Angry Birds Planet Free Zombies, но также прохождение других игр, таких как Tasty Planet, Tasty Planet Forever, Tasty Planet еще какой-то там. Я не могу застрять! Не могу. И Tasty Planet еще. Также на канале Приключения Фасадинга выходит Приключения Фасадинга. Не только. Приключения Фасадинга СТ. Лучший канал в мире. Покупайте все. Но только он бесплатный. Пролезьте здесь. Так,
Мы застряли, что ж такое-то? Безумный уровень с застреваниями. Это фишка такая, это забавно. По-моему, не видно каких-то планах, где мы... Уровень застревания, где тупо можно застрять. Среди этих объектов подозрительных, которые во все стороны нас пытаются ограничить. Но мы вместе с нашим объектом, монстриком, не печалимся. Ну, звуки разные. Компьютеры. Капацитеры. Ну, капацаться. Слушайте, мы опять, слушайте, уровень большой получается, видите? Мы опять на столе какой-то конфеты, что там... Ну-ка, не конфетки, это питательные... Еда. Конфетки. Что едят космонавты? Конфетки. Да, конечно. Хотя можно. Это что за штука? Это нога, наверное, чья-то. Ничего. Ногу съедим. Ботинок ваш. Так, наш уже, да. Так, где мы тут? У нас есть более большие объекты, возможно, возможно. Так-то. Собаки. Собака! Можно ругаться, ну, хотя мы играли за собаку, но не за такую же. А, слушайте, а за кого мы будем играть, если мы сейчас лучше можем играть за эту собаку? Если вы там, помните, за звезды открывается новая версия персонажей. Собаку, там вот эта собака, наверное, нет. Потому что это собака из другого, из монстриковых приключений. О, можно их есть. А что они гонятся за мной, если их можно есть? А, у них интеллект не такой хороший, как, наверное, должно быть. Они просто входят в меня. Просто стоят, и они сами придут. В мою пасть. Ну, у него пасть нет, он сам себя съедает. Что логично. Опять ты. А, не стреляет. И ты. Ну, ладно. Ями! Так. Что за? Полотенце. Баллоны. С газом. Не только. Контейнеры. Хранибельные. Хранители. О, попались. Ням-ням. Так. Кус-кус-кус-кус-кус-кус-кус. Кусали вас, да? Контейнеры какие-то не такие. Может, теперь нет. Можно, да. Стучки. О, мебель, мебель, наконец-то. Хоть не пустая комната у вас тут. Ух ты, какая граница. А, это их вся база такая, шарик. Под куполом. О, я хочу выбраться к вам. Космонавты убежали. Это профессор, наверное, был про... Нет. Помните, профессор убегал в втором степанте? Грядки. Со вкусом. Грядки. Уже вообще выберемся за пределы этого купола. О, я могу выйти здесь? Да, могу, но не могу. Двери съесть надо, понял. Попались, все, сбегаем. Вот, да, выбрался из... Тут они тоже бегают? Ух ты, какая форма странная. Вон, гонщики. Наконец-то погнали снова они тут. Как же без них-то? Камешки есть сюда, то, что мы хотели. Как вы думаете, будут ли еще выходить игры по третьепланы-то? По крайней мере, смотрите, это всего лишь четвертая игра, можно сказать. Потому что на самом деле, ну, игра хоть и про монстрика, да, монстрик появляется третий раз в играх. Но эта игра технически называется третьепланы 4. В файлах вы можете найти такое. Но игры, смотрите, выходит так редко все-таки, да? Всего лишь четвертая игра. Не каждый год, ну и, конечно же, не обязательно каждый год. Зачем это? О, попались. Вы думаете, в будущем будут ли еще игры на Тестипланет? Мне все-таки разработчики решат остановиться. Ну, как говорится, так-то да. Может быть, может нет. Тем более, это Тестипланет Форевер, тут смотрите, что лучше можно придумать, чем это? Что лучше можно придумать, чем это? Хотя, конечно, не лучше. Тестипланет 2 лучше, конечно, я считаю. Даже вот так вот, да. О, можно есть отдельный кусок. Базы. О, слушайте, мы уже сейчас будем расти еще больше, чем Марс. И опять съедим все, что больше, чем все. Как раз. Мы съедим игру Тестеплан. Хотите? Так. Вот, элементы меню нужно съесть обязательно. Надеюсь, они так сделают. Что-то у меня такое чувство, что такое произойдет. О, как раз у них тут не одна база. Домик, шарик. А, много.
А мы все продолжаем. У них есть, знаете, что я могу сказать об этих базах? Эти базы сделаны так, словно это лабиринт, в лабиринте. Ой, ё-моё, стойте. Нет, наверное, нет, все-таки ошибся. Нет, все-таки сильно лабиринт. Бесконечное количество лабиринтов. Конфет. А, я в груди, дома ведь конфетки. Космонавты, конфетти. Конфетти, действительно. Если у вас дома конфетки, вы конфетти, значит. Все, наелись уже, думаю, да. Ну, конфетти можно есть почти. Опа! Давай, я чувствую уже предел. Да. Опа! 9. Опять. Что, опять что ли? Ой, я понял. Стоп, не понял. Я думал, что будет гигантский на нас нападать, а мы что? Мы опять маленькие, черт, опять. Теперь собаки стреляют. Вот это же было в Тестопланете 2. Собаки лазером стреляют, только там они были не полностью механические, они там не прицепили. Котики были лазером стреляющие, да, все бы там было. А, все, попались. Они меня уже не стреляют. Убегают, вот это уже разумные. С логикой. О, вот вырастаем, да. А вот сейчас будут стрелять в автомобили. А, ну, люди, а потом... Скажите, пускай будут стрелять в меня какие-то на ложки. На ложка. Представьте себе, летающая стрелка, летающая ложка, на ложка. Ну да. Жалко, шутку сказал, побольше нужно было. Как вы знаете, чем больше намеков на шутку делаете, что вы пошутили что-то, тем смешнее становится в отрицательную сторону. Попались. Давай следующий ложки. Ну-ка. Что-то не находится. Что-то их маловато. Опять пустота какая-то. На фоне. Ого, давай стреляйте! Я сейчас лумоходы. Люмо. Да, наконец-то. Отлично. Вот то, что надо. Слушай, летайте. Сейчас какой-то подбит. Подобьет, в смысле. Подбит. Мы мастера уворачиваемся от лазеров. Вы об этом знаете, да. Что-то как-то маловато. Даже людей этих кушать никогда не питать. Но собачки кончились, в смысле, уменьшились до стольких размеров, что не видно. Гад. Жалко. Попались. Меня пнули первый раз. А в лазере или я просто ударился об машинку? Не знаю. А, ну это уже все, кажется, там. Этого этапа конец. Неужели мы все-таки не вырастем до великого размера? Если нет, то... А нет, все-таки вырастаем до космоса. Оу. Это космическая станция, я понял, да? Забавно. О, все, приходит. О, да, похоже, космическая станция, мы сейчас вылетим нафиг. Нафиг. И убежали, гады. И вернулись. Спасибо. И прибежали, остановились, удивились и ушли. Через него мы выйдем нафиг. Может, почему нафиг? Космос. Так. А тут люков нет? Да, там нет люков никаких. Ну, мы сейчас прям полетели к люку. Сначала нужно съесть всякую бякусть. Они хотят уже выпрыгнуть сами в этот люк. Ну, что, поесть нужно. И выпрыгнем мы в люк. Люк! Нет, еще нельзя вылезать. Можно! Да! Ну хоть из них не лабиринт. Так. Вот это забавно. И это все, что ли? И это все! А как же съедание всего? Но еще два. Два уровня, но. Ну где мы? Марс может съесть? О, мы уже едим звезды. Как-то быстро! О, животные космические. Так, заново.
Ё-моё-моё-моё, всё, моё. Жордочка! На вас, на жордочку позовите, всё. Эти нельзя уже. Или ещё. Гад. Тоже гад. И тогда они вроде летали звезды или нет? Да, вроде летали. Летали звезды, ну да. Я, ну, так неинтересно. Название. Звездоед. Старитер какой-нибудь. Ну, а вы тут какие-то там морские скаты, ё-моё. Ну, в смысле, космические. А вы чё, меня закусали? Так. Да вы... Закруглился? Закрутился. Если достаточно сильно вращаться, вы станете шарообразным. Сначала стержнеобразный, потом шарообразный, если вы закрутитесь во всех направлениях сразу. Все, что ли? А? Опа! Сейчас великий высокий уровень, что ли? Ну, нас всегда обидели. И мы начинаем катиться. Бесконечное поедание. О, вот так название. Да, это мой большой уровень. Мы начинаем его за час пройти можно. Слушайте, вы в курсе, что последний уровень в Фотосипланете 2 можно пройти за час, в смысле. Таймер, по крайней мере, поставим час. Ограничен времени. Ну, начинаем. Начинаем отъесть от маленьких звезд до больших. В теории можно называть эти маленькие звездами, потому что какая разница? Стоят они тоже, скорее всего, по такому же принципу. Как и звезды. Это он меня. Я ему рассказываю историю, он такой, интересно. Мы тоже должны так. Так. Аттометры. Аттометры. Вот это, слушайте, не слышал таких аттометрах. Видите, написано. Таких единиц измерения мы еще не видели. Ну, глазами точно. Этими опасными глазами тоже. Что-то опять ничего нет, опять. Ну ничего, сейчас все будет. Надеюсь, мы сейчас съедим все. Возможно, да. Теперь интересно, чем этот уровень закончится. Ну что, сейчас у нас действительно загадка века. Ну, еще сколько можно, сколько загадок века? 500 уже получилось, решили. Ну нет, решите, загадка века — то, что надо решать целый век. О, погнали. Чуть никогда не сцеплены я. То есть тут не сцеплены, там не сцепливаются, а потом они ушки делают. Так, ну ничего. Давайте соберем это. Можно? Нет. Не дает нам это пока что сделать с разработчики. Ну, в смысле, мы сами не даем себе сделать, потому что мы еще не выросли. Почему бы и нет-то? Надо бы стараться. Точно скажу вам. Не ошибусь, я думаю. Подожди, это кубические штуки или... Мне кажется, это такая вот штука, как у меня экран такой, да, вот. Допустим, 4 на 3, допустим. Вряд ли 4 на 3. Мне кажется, здесь тоже поле такое 4 на 3 почему-то. Но, возможно, нет. Возможно, квадратиком. Как вы считаете? Предлагайте варианты в комментариях, если вы хотите. Если хотите, конечно же, не надо. Но если вы хотите, то, конечно же, надо. Не хотите, не надо. Надо, надо. Так, то есть, ну все, так не надо, так не надо. Так, давайте-ка думаем. Кушаем, кушаем, конечно же. Фемтометр, ё-моё, это тоже еще не слышал таких. Кто где? Опять все разлетелись. Я все съел, ну да. А где все? Я всех убил, где все? Сказал убийца на пустой площади. Ну, уж можно есть так, пока они не сцепились. Они вообще сцепляются, либо они просто летают? Они не сцепляются. Все-таки мне показалось, что они сцепляются. Было забавно, если действительно оно само происходило, само в себе. То есть, сам, что? Чтобы этот планет сам себя произвел. Ой-ой-ой. В смысле, чтобы оно... Ну, понятно, оно пока есть. Тут кто-то есть, кого-то, допустим, да, помимо нас. Но все-таки такие действительно еще интересные объекты, чтобы явления происходили. Так, это было бы тоже забавно. Вы где? Эй! Пикометр. Ты что, подозреваешь? Чуть знакомый, может быть. Может, не очень. А то нанометр — это то, что мы... Самой мелкости мы имели дело. Руками. Ага.
Вас доводилось что-то из атомов собирать? Допустим, как там? Поделку из атомов, да? Вот такие некрасивые выглядят, как на экране, что мы съели, обозначатели. Да. Так, что не должно быть ничего, по-моему. Просто растем еще больше и все. Или какая-то бегать прилетать будет, я не помню уже. На данном этапе, а? Не уходить, не уходить. Ну что, ну как? Где мы? Где мы? Что-то ничего, видимо. Ну ничего, так ничего. Потом больше будет, еще больше будет. Вот так-то лучше. Дальше я помню. Будем спать лучше. Зачем, да? Ну, не зачем, ладно. Жестко. Чё, какие-то звуки новые, нет? Или подсказалось мне это? До сих пор удивляюсь, что эта серия ещё не закончилась, которую мы сейчас снимаем. А вы тоже снимаетесь, молодцы? Или нет, это я только, постойте-ка, ладно. Я ошибся, чуток. Кто сказал мы, просто я удивился неожиданно. Ну, как-то мы, если только я. Yummy. Во, вот это вкуснее будет, слушайте. Это как мы уничтожаем воду, слушайте, что они... Yummy. Воды же не останется, вы чё? А вот между вода появилась, ну ладно. А, мы едим вот эти сначала по кусочкам, и потом полностью их едим. Да, логично. Где они там еще полные? Да, теперь у нас вот этот этап. Где они там? Кто они там? У нас неужели только эти штучки, что ли, есть? А, еще. Надеюсь, я все-таки надеюсь увидеть еще что-то новое здесь. Я тоже надеюсь, что я надеюсь увидеть. Я тоже надеюсь. Или там опять бесконечно лабиринте. Хотя нет, здесь такого, скорее всего, не будет. Конечно, не будет. У нас будет только вот такой вот. Поедание. А, вот, наконец-то. И мы бросаем. Так. Это лучше, да. История восстановился, смотри. Я тоже бываю такой. Анимируют, смотрите-ка. Дергают своими лапками. Видимо, пытаются делать то, что надо. Так. Отлично. Ну и где вы еще? Думаете, какой будет, когда мы услышим наши заветные... Опа! Слушайте, смотри за ним след остается. Он из-за того, что в воде, что ли? Видите, за ним след остается какой-то забавный. Не знаю. А, да, сейчас нужно опять поедать идти. Слушайте, звук, слышите? Звуки поедания стали тише, потому что, наверное, мы отдалились, и нам не слышно. Приблизьтесь поближе к экрану и засните. Ну, вот приказ, конечно, невыполнимый. Так. А, я так и знал, не колется, помните? Вот мы и проверили это. Не в прошлом, так и в будущем. Жалко, конечно же. Ну ничего. Первый наш урон. Считать будем? Нет, не будем, потому что нас потом еще тысячу раз уколят, заколят на смерть, перебьют. Вот я... А, вот вопрос хотел задать интересный. Как вы думаете? Ну, в смысле, нет, вопрос, конечно, вы не отвечаете. Не надо, нет! Не надо, я сам узнаю. Если мы изменим сложность на легкую, будут ли нам проще даваться звезды? И будут ли нам те же самые бонусные уровни? Не знаю. Нефтегаем ради удовольствия, да? Но что будет, если сложность на суперлегкую переключить?
Это я должен сам узнать. Когда я его установлю, когда буду бонусный уровень пытаться получать. Надеюсь, у меня прогресс не слетит с этого. Никто не знает. Что стараться за звездами, я уже старался. Видите, при вас старался, стараюсь и буду стараться. Но вот если мы сейчас попробуем, то мы ничего не сделаем так. Ах ты гад, я только что мог есть эту кубическую шарик. Шарикаду. Я знаю, будет гнаться какая-то гадость, по-моему, или не сейчас это будет. Гадость. Я думаю, уже я могу какую-то есть штуку. Я действительно могу какую-то штуку есть, казалось мне. Но только меньше размером, чем это. Вот это точнее, да. И это. И но не это. И тоже не это. Ну все, видите, нас уже забили. Бактерии за углом. Мы в чем-то. А, это капельки пыли, да, помню такое. Чё-то нам никто не гонится, видим потом. Вот гнаться. Погоня. Стоит погоню на 30 минут. У нас уже 9 прошло из них. Видите, они опаздывают уже с той же погоней. Ну ничего. Одинаковые штуки неинтересно. Скучно, давайте выключим игру. Пройдем потом. Нет, не хотите? Ну ладно. О, мы уже с нанометров на микрометры перешли. Кажется. Это не может не печалить. Не может мне не радовать. Как я сказал однажды. И буду повторять еще раз, потому что эта шутка достаточно смешная, мне понравилась. Но не слишком часто, потому что иначе шутка станет неинтересной. Да. Это точно. Кто не знал. Как я разлетел, слушайте, разлетается все в стороны, в бок, вниз, влево. И вправо, и в сливу. Ну, в общем, да. Скоро можно маленький кусочек съесть, возможно. Да, уже можно. Надо найти его еще. Вот он. То это не он был, конечно, это ему подобный. Не каждый он подобен ему. Но каждый подобный подобен не ему. Нет, конечно, подобный. Вот не думайте. Опа! Да, опа, нам еще далеко. После, когда он произнесет опа, я сделаю фирменное опа большое. Вот с этой стадии, где вот эти штучки, за нами будут гнаться. После стадии. Вот после, да, я уже припоминаю. Они то, что ли, едят эти штуки? Они стараются есть эти штуки. А, мы нас не пинают, он уже не тоже только верхушкам бьются. Вот не точно, может нет. О, некоторые можно есть уже. Уже все можно. Нет, не все еще. Некоторые еще можно взять. Интересно рассказывает фасадинг. Потрясающая история фасадинга на канале приключений фасадинга СТ. Слушайте в разных сериях. Но не в этой пока что. Ну вот это были какие-то истории, но бывают уже еще особые истории. Слышали таких? Надеюсь, вы слышали их, а не о них. Вот нас погоня началась уже, кстати. Ну, гонится не только за нами, но ничего. Скоро мы их будем гонять. Ладно, поехали. О! Можно есть капсулы. Потому что какие-то знакомые штуки. А, ну да, я вспомнил, откуда их видел еще. Второй, что ли? Гонщик. Твой, что нет? Вот такой ты еще снизу, по-моему, был, нет? И он ушел с одной стороны экрана, пришел с новой. Так, не надо. Ну что, мы уже на третьей почти. Нет, еще нет. Ну ладно, нет, что нет тогда. О, вкусные, да, большие, потому что. Ну где там эти существа новые? Мне очень интересно, как мы сделаем переход такого размера к большому. Мы же как бы в лужице сейчас сидим, да? Да. Технически, как бы. Почти. Да ёшкин морж. Морж. Вот мы. И вот опять эти существа, да, помним их. О, попались. Но началась новая погоня.
двойная погоня. Бандиты за преступниками, преступники за полицейскими, полицейскими за военными. Точнее, наоборот. А с ними инопланетяне какие-нибудь. Да. А с ними еще какие-то. А с ними еще. А с ними бандиты. А с ними полицейские и так далее. Что ж. Погоня бесконечная, может называться. Зацикленная погоня. Они друг друга потом поймают. Но так как они поймали друг друга, соответственно, все пойманы. Это как все пойманы, то никто никого не поймал. Вот так вот получится. Кольцо замкнется и разомкнется. И замкнется, потом снова и разомкнется. Потому что невозможно ловить всех, если вас тоже ловят. Так, а где гигантская каракатица, которая там нас пытается закусать? Не знаю. О, палочки начались, эти зелененькие. Листики, я думаю, почти что. Ну ничего, сейчас мы их уничтожим, съедим. А вот и вы. Что-то вы не вы какие-то. О, видите, где мы сейчас находимся? Видите, какой-то гаечки, что ли? Нет, нет, конечно же нет. Что-то у нас за пределами. Какая-то чушь. Вы, наверное, есть груш. Вот и поэтому вы такие. О, 14 минут уже длится эта погоня. Ну ничего, на 30 минут хватит, надеюсь. Ну и на час уже, слушайте, сколько серий получится? 2? Ну я надеюсь, меньше, чем 2. Мне сопокусили. И это признак того, что нас здесь без звезд оставят. Вот теперь точно, 199, а всегда я... О, печально. Осознавать такие тревоги. Хотя, кто сказать... Что же вы такие-то противные? Ну, гады, в смысле. Чё так это не пройти к ним? Так долго вас нужно не кормить, чтобы я мог есть их. Ну вот, попался. А тебя еще нет, тебя еще нет. Тебя уже, да, уже. О. Всё, что сейчас мы вырастим, возможно. Кого есть безопасно? Да. Все, разгоняемся. Вырастаем из этого. Где мы еще находимся сейчас? На полу, что ли, валяемся на лужице воды? Не знаем, не знаем. Это еще микрометры все еще даже. А, мы были в этой капельке воды. Вот это да! Мы были всего лишь в этой капельке воды, ладно. Тогда лучше. Мы уже на столе все-таки уже, как неожиданно оказались. Нет, на полу тут развалины всякие. Развалины. Дим, камешки, можно сказать. Yummy. Это не камни, конечно же, мы знаем это. Но нам нравится называть это так. А тут мы уже были. Вот, наконец-то, объекты наши знакомые. Потрясающие, очень потрясают. Нас всех, как и вас тоже. Отличная работа. Так, что у нас тут еще? Нет, здесь, по-моему, лабиринт, 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 лабиринт не будет. Ну, конечно, будет лабиринт, 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 лабиринт. Ну, в смысле, был уже. Больше не будет, нет. Не будет размером больше, чем лабиринт, лабиринт, лабиринт. Да, этого тоже не будет. Капельки, 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 капельки. Кусочки, 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 капельки, капельки, где они? Кусочки, капельки. Гаечки! Мы сломали традицию. Такую мелкость есть не советовал вам бы. Отдаление, отлично. Что же вам еще сказать? Что хорошего в этой игре? А? Разные гайки? Ну зачем вы такие используете? Нужно всегда стандартизировать полностью. Всегда одинаково использовать эти гайки. Нет, вас хватит. Полицейские, бандиты и все остальные. Ваши друзья. Ну... Убедите, что полицейский ваш друг. Иначе бандит ваш станет враг. И вас хватит, ну что подумать, что вы бандит тоже. Потому что вы нас бандит схватили, значит вы в базе бандитов будете прятаться, сидеть. Связанными. Он придумает, что вы бандит. Тоже в базе и бандиты сидите. И вас хватит навсегда. Хотя мы на 1000 лет, а потом вы там... Когда вы почти скажете, вы чё, или что ли? Если вы скажете им, а они скажут нет, и все. Вас снова посадят. Почему? А вы логику забыли проследить. Потому что
Все прослушали. Не пытайтесь переслушать, вы прослушали все уже. Больше не получится прослушать это. Поняли? Не перематывайте, нет, все там ничего не понятно будет. Вы прослушали один, все, навсегда больше непонятно. Ладно, дальше. Собаки. Во, размер какой, слушайте, оказывается, большой. Маленький у собак, то есть. Ходячие, извините, заходят. Что у них с носом? Что у них с носом? Черный нос, это или такая панелька? Скажите, а? В смысле, разработчики, эй. Вот. О, самый фрот лезет, отлично. В монстры, то есть. Так, отлично, мы еще не половину. О, еще не половину, да, еще нужно расстать больше. Но это мы помним. 18 минут, смотрите-ка, на часы. Загляните на ваши часы. Нет, не на часы, которые в игре, а которые ваши личные часы. Которые вы носите на голове. Я сразу узнал, что вы их не носите на голове. Это было очевидно, судя по вам. Когда я вас впервые услышал, сразу понял, что вы не носите часы на голове. По крайней мере, не носили, пока я вам не сказал, что вам нужно носить. И вы сейчас наденете их на голову. Да, и будете смотреть на них время. Вы спросите, как? Очень просто, поставите зеркало. О, попались. Слушайте, мы уже растем больше. Вот, слушайте, у вас уже. Начинается эпоха поедания людей и блоков. Их пища, наверное. Там еда хранится, раз мы можем это есть. Может, диваны есть, значит, диваны тоже вкусные. Попробуйте сами. Пытайтесь сами. Повторите это, но попробуйте. Может, у вас не получится, потому что... Ну, по кругу пройдемся. Люк съедим, но потом... Космонавтологи. Чё? Всё, думаю, можно. Ну, лучше это есть. А что-то у них тут слишком всё. Вышли. На свободе мы. Не, мы не космической станции, слушайте, как пойдем в космос-то? Мы сейчас Марс съедим. Думаю, да. Думаю, больше мы сможем съесть, чем Марс. Думаю, мы можем съесть все, как я и сказал, помните? А все это больше, чем все. В смысле, иногда. В смысле, смотря какое все. Вот видите, когда вы говорите все, это вот неопределенно. Вот никто не поймет, что вы скажете. Сказали, мы сделали все. Вы такие вот думаете, а какое именно все? Маленькое все или большое все? Ну, посмотрите, большое все вы сможете сделать 100%. В смысле, ну, 100% обычно говорят как раз таки про все. Но вы тут не думаете об этом. Ничего не понимаете, опять балбесы. Ну. Так, на камешек есть, иначе все плохо будет. Че, уже нельзя есть машины, что ли, снова? Значит, мы не все съели, слушайте. Если мы не съели все. А, вот и все. Видите, это вот и все. Но какое все я имел в виду? Скажите. Насколько численное значение всего? Скажите. Это настолько относительное понятие, что ему даже свою шкалу подписали. Зависит от количества всего, так называемого. Ладно, тут ничего. Мы наполовину выросли, слушайте, это только половина. Все еще только начинается. Вы знаете. Так, что там уже все закончилось? Слушайте. И снова продолжилось. Ах да, точно, конечно, можно есть. Дорчики. Заборчики, а чё больше? Интересно, насколько их большая база. Этих бандитов. Бандитов? Марсианских бандитов. Ну, почему бандитов? Это с какой стороны посмотреть? Сверху. Мы сейчас смотрим только сверху, видите? На монстра. На его приключение. О, шарики можно есть вкусные. Наверное, да. Ладно, не будем. Про то, что это не дома. Нет, купола их знакомые нам люди. Так. Большие можно? Не сейчас, я вижу. Так, вот нас уже... Да, слушайте, какая база большая на Марсе. Слушайте, даже не база, это город у них просто. Конечно, город это. Если бы это была база, я бы один маленький куполочек. Все. Очень
собаку. Ну, центр какой-то главный. Главный. Синий главный, все. Ну, еще больше нет. Так, очищаем Марс. Шариков. Ой, как много всего тут, ё-моё. Здесь, о, о, что это? Тригональные кратеры, да? И горки, слушайте, о, такого мы еще не видели. Упались. Ну чё? Невкусных есть уже. Все, они маленькие слишком. Вот. Эти можно. Точно как. А кот, слушайте, пролезал. Кот такой большой, мне нужно пролезть в дырку длиной 3 нанометра. Ну, это же коты, они бывают такими. Вот это уже получится, слушайте. Вот этого мы еще не видели. Если уже увидели, значит, все видели уже. Было лишь мгновение, когда мы это не видели, и все, мы уже это видели всегда, и нам уже скучно. Один раз увидели, все, больше не надо. Сказали бы некоторые, конечно же. Это не все так говорят. О, уже видите, мы уже слышим поедание звуки, потому что мы ближе к кранчику наш монстр. Слушайте, с камеры снимают, со спутника Марса. Но потом, когда Марс не станет, уже тут непонятно, откуда снимают-то. Нереалистично, непонятно, откуда камера. Слушайте, кто камеру держит, а? Если это якобы съемка настоящая. Так. Ну, что ж такое-то? Большие надо теперь эти кусочки, отдельные, которые непонятно где выискивать, да? А? О-о-о-о! Вы что, бесконечно, что ли, так будете делать? Ну, просто Марс большой-то, Марс большой-то. О, что это? А вот что это? А, это циклы гор. Циклы гор, что? Какие циклы гор? Хребты. Во, название никакое надо. Или это разломы? Нет. Не совсем. Я просто не вижу, непонятно. Сверху вид не всегда вкусный. Да, это несколько. Горок. Ну чё вы там, мне тут не съедабельны. Вот теперь можно. И снова нельзя. Снова можно. Во, уже вижу. Границы Марса. Снежная шапка, что ли? Снежная шапка только у снеговиков. Вон границы Марса нашлись. И странные. Достаточно. Шапка, все съели. Да, шапка. Две шапки сверху и снизу. Вы тоже наливаете так. Во, такого мы еще не видели. Астероиды мы еще не ели. Так, чудесно. О, какое много времени прошло, слушайте, видели? Сколько? Они будут загрываться как раз-таки вечности. Это, наверное, тоже. Ой. Помните! Солнце, убивающее с одного удара. О, Земля нашлась! А, ну да, а вот Марс съеден. Мы были так далеко, но так близко. Помните, солнце, убивающее с одного раза? В первом тестепланете. Втором, по-моему, ничего не убивал к первого раза, кроме бонусных уровней. Бонусные уровни вас убивают с первого раза. Посмотрим, как здесь убивают быстро, нет? А, вот наши знакомые планеты на всеми. Известные. Планеты, помните, убивают с одного раза, да? О, какой сон странный. О, теперь звезды. Во, как бы добрались до звезд. Так, летуны где будут? Здесь. Ну, то, что, нет, здесь их не будет, потому что они этом землей не появляются. Мы же их не видели у Земли. Так. Там, то есть, так близко к солнцу звезды летают, ну что-то нереалистично какая-то штука. Наверное, когда мы солнце съедим, тогда у нас будет летать неинтересные существа. Не понял, я уже размерный. Нет еще. Какая звезда? Это солнце, нет?
Это просто звезда. Ну, ё-моё, ну, солнце наше. Знакомое. Всеми. Всеми? Всем! Ты чё? Да? Во, куда дальше убивать? Колется. Но не убивать с одного раза. Хотя бы. Возможно, в суперсложном режиме убивать с одного раза. Всё, помните? Попробовать можно? Не знаю, ради прикола можно. Только надеюсь, что... Там не будет все так, вот так вот, прям, чтобы совсем что-ли, вот, чтобы... А где все? А, да, снова вы не определили границы всего, да? Чтобы сказать про все. Так, вот, теперь, думаю, натянуть полеты наши существа летучие, да? Потому что иначе что-то скучновато стало без них. Вот. Что-то как-то не летят. Видим, потом полетит, ладно. Еще позже. Ну так логично, да? Вы со своей логикой ко мне не лезьте, да? Что-то они лезут, действительно. Ну, больше будет, ладно. Где-то наша система. Во! А них нет, слушайте! А, ну, видимо, это действительно были не везде такие нашествия было. А сейчас они не постоянно здесь, я понял. А вот, слушай, начинается то, что было в Тестпланете 2. Но не в первом. Или в первом было тоже. Подобные кусаются. Звезды, зубастики. Да уж. Так, где? Где, где, где? Опа. Тоже съели. Снова. Опять. Эй! Ого! Ого! Кроме звезд, это не кусаются? Не кусаются! Они сквозь нас пролетают, ура! О, да, это мы помним тоже. Мы сквозь них проходим, слушайте, а раньше там мы их толкали, помните? Опять какие большие звезды какие-то появились. Что за прикол? Ты чё, да? Кусаки. А, ну да, большие слишком. Так. Вот уже. Ну да, мы вырастем до самого предела, даже, наверное, больше, чем... Больше, чем... О, мне первая часть что не придумает, если мы вырастем сейчас больше, чем во второй части. Помните, во второй части что было? До черепах дошли! Ой, вы это не смотрели, а вы должны были знать, потому что иначе, если вы смотрели мое прохождение, вы гады. В смысле, не гады, конечно, плохие. Оскорбили меня сегодня. Я вас сейчас выключу. Ну, не надо. Еще больше, да? Мне даже забавно. Так. Опять ничего нет. Опа! Они вернулись! Они такие еще больше, чем были, слушайте. Нашествие произошло снова. Видимо, те были какие-то особо мелкие, но... Как и звезды, они бывают разноразмерные, да. Ну, хотя вот это, видите, что-то поинтереснее. Хоть кто-то есть. Знакомый, в смысле, незнакомый нам. Мы его не видели. Ну-ка. Ну, кажется, мы уже можем делать больше людей. Людей. Мы так людей не поели хорошо. Плохо поели просто. О! Сейчас съестся. Какой маленький стал, а больше есть? Да. Вот и они. О, съели уже. И снова съелись. Ну ладно. Кусаки, вот действительно укусили, слушайте. Ну, 100 отняли мне. Поинтов. Я всех могу есть. О, ну может быть. Пожалуйста, давайте что-нибудь поинтереснее, кроме этих. Там ведь что-то еще было, помните или не помните? Во втором, если помните. А, там галактика была, мы съели галактику. Помните, или мы уже сейчас едим их? Ну уже. Бесконечные, да, эти штучки, шарики. Вата, будем называть, по звуку, как вата.
крайней мере, они такими были всегда. Вот уже звезды скопленные. Так, опять. Вот эти новые колодца будут. Да, даже проверять не с... О, теперь они кольнули. Видимо, недостаточно большие, чтобы колодца, да. Ну и что мне тут покусывать? По кусочкам, что ли? Грызть все это. О, уже, слушайте, полчаса эта погоня продолжается. Значит, погоня кончилась. Возможно, будут более большие существа, как вы считаете? Еще одни, только, ну, может, что-то новенькое. Ой, кажется, у меня еще одна теория. Только я вам ее не скажу, что будет в конце. Что будет в конце этого уровня. Одна из теорий. У меня было такое, две теории. Одну я забыл, а другую сейчас придумал. Но я вам ее не скажу, пока, если она не станет такая же, какой я. Если просто если конец уровня окажется таким же, какой я думал, сейчас я вам скажу, что я так и думал. А если нет, то я не скажу вам ничего. Ну, выключу и все. Нет, конечно же, не выключу. Скажу, что вы прощайтесь. С вами был Фасаник, и это была игра DC Planet 2. И я ошибусь, потому что игра совершенно другая. Но похожая, но совершенно иная. Но похожая. Но совершенно иная, да. О, можем больше, можем. Галактику давайте есть уже, пора. Или нет, еще не пора. Зря. Извините за... Это я как-то от злости словно, да? Вот так, лучше так. Бандиты вот так вот кашляют и злятся. Во, галактика, наконец-то. Ну, нижненьких отличий от второго теста планета. Хотя нет, эти кусочки еще меньше, чем во втором тесте планете. Плунита. Вижу отличия, ясно, они еще меньше, чем... Вот вы безумили, а? Но, как вы видите, это снова не конец. Если будет еще не тысяча планет, то... Вдруг, неожиданно, вряд ли, конечно, почему-то. Ну, как вряд ли, не вряд ли, я не знаю, ну. Зависит исключительно от разработчиков, ладно. А не, эти кусочки еще меньше. То там будет еще больше, возможно. Это куда больше, мы просто сейчас еще не знаем, куда больше здесь у нас. Ну, и не нужно знать пока что, потому что мы еще не прошли, потому что... Сейчас что закончится. О, теперь мы можем. Шарики бегать по кругу. И все, съели. И начинаем есть галактики. Так, это следующая часть приключений. Возможно, будут галактические поедатели. Те же самые гиганты дезги. Кусаются, ладно, галактики кусаются. Живые, значит. Не каждый, конечно, конечно, каждый. Хотя нет, не каждый. В смысле, кусаются каждый, но не живые, не каждый. Так, давайте дальше есть. Будете? Да, надеюсь. Кто? Где? Ой, какие большие, вы что тут летите? О, галактики, скидай галактики. Вот это, по-моему, такого не было во втором диспланете. Не было. Я забыл все. Хотя, как я забыл, я тут еще раз проходил тут Степан 2. Не тысяча, а всего лишь меньше 10. И ровно. Меньше 20, скорее сказать, можно. И, возможно, вот 10, не знаю. Так что теперь опять галактики, скопление галактик. Да, я помню. Знакомые нам существа. Галактики. Так. Ну ё-моё. Можно? Нет. А, еще что можно? Нет, ты сейчас захватишь, а? О, может, большие. Так, сейчас мы еще. Эй, сейчас я вот тебе получи. Ну, не тебе. Тебе? Группа галактик, ну да. Ага. Опять, кажется, безопасно, но можно. Прости. Ну сколько еще, да, скажете? Ничего, еще много. Бесконечно будем расти сейчас. Ну, как сказать. Бесконечный уровень. А теперь можно сделать бесконечный уровень вот такой, чтобы мы просто едем галактики, вырастаем и продолжаем, вырастать бесконечно вот так вот. Это было бы забавно. Я, конечно, тупо. Я уже сказал забавно, все уже не забавно, значит. Так, дальше.
Ну где кто? Понял, понял. Понял, 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 понял. Понял, понял. Понял. Че, не понял, что ли? Снова понял, снова понял. Ой, ё-моё. Так, опять Соболиный Галактик. Ну, а почему бы и нет? Продолжаем есть наш... наших. Ах, колется. Если друг друга не едят, но, видимо, так бывает. Ну, почему бы, да, и... О, вы тут. Ох, ёшкин кошкин, ну что же мне вам еще рассказать? Действительно. Ой, вот это красный экран был. При смерти почти что. Иногда. Кстати, если бы здесь убивалось с первого раза все. Вы бы такие добрались до этого уровня, и все, вас укололи, и все, заново все весь 30 минут, 40 уже. Ё-моё, ну ничего. О, я же говорил, существа будут. Но не такое. Такое я даже не думал. Что-то один. Его там один или больше его там? Видимо, один. Неужели это все? Нет, здесь не все, но здесь еще больше будет всего. Хотя, конечно же, это, конечно же, сюрприз такой для нас. Ай, опасно. Так, можем есть? Можем. Ты-дынь. О, где мы? А опять мы в этой черепахе, наверное, да? О, тут не вращать по кругу. Вот это что-то забавное, да? Смешно. Такого мы еще не видели, что мы по кругу. Что дальше? Кто где? О, вселенная. А, теперь мы вселенной идем. Во! О, я же говорил, слушайте, опять те штуки. А! Это была моя первая теория, кажется. Помните, которую я забыл? Я думаю. И опять мы вернулись к самому началу, как видите, как всегда. Отлично, вот это была моя как раз-таки первая теория, которую я забыл. Потом у меня была вторая теория, помните, которую я сказал вам? Которую я не расскажу. И, да, не расскажу, потому что это не она. Хотя, если сейчас не конец, или сейчас неожиданно будет все сразу. Обе теории будут правдой, слушайте. Ну вот это уже, как видите... Вот сейчас я думаю, что сейчас будет опять все заново, будем расти, появляются эти существа. Бесконечный уровень можно устроить, слушайте. Это все, да, слушайте. Победа. Да, дурацкая лицензированная музыка. Ну, ладно. Смотрите, показывают все звуковые эффекты, которые они использовали. Интересно. Первые титры, ведь титры звуковых эффектов, а не авторов. Ага. Да. Вот и все, с вами Фасаник был, и сегодня я уже заговорился. Ладно. Бонус уровень, скорее всего, покажем вам. Ох, то есть тут я открыл. А тут не все, что ли, или все? Не все, видите, они такие странно открываются. В общем, мы их будем проходить, я их попробую пройти побольше открыть. Возможно, с легким уровнем сложности, смотрите, в настройках. Смотрите, сложность. Во, посмотрим. Но, увы, не сейчас. Потом. Не просто очень скоро, но, а, подождите некоторое время. Потом будут бонусные уровни. А пока, с вами был Фасаник, игра Tasty Plant Forever. И до этого времени пока. Че, я вас не выключил только что, жалко. Как вас выключить-то? Пока-пока.